Казахстан – спортивная страна. Турнир под таким названием стартовал сегодня в столице. Состязания проходят по нескольким видам спорта. Это мини-футбол, волейбол, шахматы и настольный теннис. За кубок председателя Нуротана будут биться 22 команды первичных партийных организаций. Наш президент требует о том, и в своем послании, о том, что нужно вот именно уделять больше внимания массовому спорту. И как раз-таки то, что вчера только лишь на азиатских играх наша страна, занимая четвертое место, это как раз результат того, что вот у нас развивается массовый спорт в стране.